Командование ООН в среду в Сеуле представило видеозапись бегства северокорейского военнослужащего через границу в середине ноября. 20-летний мужчина, его имя и звание по-прежнему не раскрывают, пытался перебраться в Южную Корею через нежилую деревню Пханмунджом, где проходит демаркационная линия. Когда он выскочил из машины и побежал, пограничники открыли по нему огонь. Мужчина успел пересечь линию разграничения, прежде чем получил многочисленные ранения и упал на землю. Один из его преследователей также ненадолго зашел за черту. В командовании ООН заявили, что Северная Корея дважды нарушила перемирие 1953 года. Ключевые факты, установленные в ходе расследования, свидетельствуют, что армия КНДР нарушила соглашение, во-первых, открыв стрельбу через демаркационную линию, а во-вторых, физически ее перейдя. Командование ООН планирует встретиться с представителями КНДР, чтобы обсудить, как избежать подобных инцидентов в будущем. На представленном в Сеуле видео также запечатлен момент, снятый тепловой камерой, когда южнокорейские военные ночью подбираются к раненому беглецу и перетаскивают его в безопасное место. Мужчину доставили в больницу и прооперировали. По словам врачей, он по-прежнему находится в тяжелом состоянии.